Всем привет, вы на канале Сура Сура, и сегодня у нас понедельник, а это значит, нам ввели новое яйцо. И сегодня мы, конечно же, его откроем, но сначала минутка рекламы. Советую вам посетить сайт официального партнера игры «Магазин Smile One». В магазине действует постоянная скидка 13% на все пакеты в игре, также вы можете подарить их друзьям, нужно всего лишь его ID. Магазин работает с такими крупными играми, как Mobile Legends: Bang Bang, Roblox, PUBG Mobile. Также он зарекомендовал себя уже у многих игроков как надежный партнер. Ссылка на магазин в описании. У меня уже есть немного новых яиц, но я думаю, что нужно прикупить чуть больше, поэтому идем в магазин. Вот наше новое яйцо, называется «Крутая футбольная». Вот так все тут выглядит. Купим мы, наверное, штук 50. Я надеюсь, нам хватит и что-нибудь навсегда нам упадет. Ну, 120 яиц получается. Такой классный наряд. Идем в нашу сумку. Так, еще одно яйцо. У меня есть пышные перья. Мы тоже его откроем. Ничего не упало. Ладно. Вот оно, наше яйцо новое. Вот такой наряд. И также на 7 дней. Жалко, конечно, что на 7 дней вообще падают тут вещи. Ого, упало мне сразу два помпона, или как это называется. Жаль, на самом деле, что он в одну руку, было бы в две, было бы вообще классно. Дальше открываем. Блин, на 7 дней упало это все. Да, на 7 дней. Но прическа мне здесь нравится, кстати. Она классная, и можно и с другими нарядами надеть. Тоже будет выглядеть круто. Дальше открываем, и дальше ничего. Вот эти помпоны падают. Ну, это аксессуар, в принципе. Другого не ожидала. Еще одна прическа на 7 дней. Но это уже, получается, на 14 дней она у меня есть. Похожу хотя бы 2 недели. Ничего не упало. В смысле? Снова ничего. Да как так? Пожалуйста, кто-нибудь там наколдуйте мне удачу. Ага, прическа на 7 дней. 21 день похожу с прической. Неплохо. Открываем дальше. Ничего не падает. Я проклята? Ладно, последний открываем. Что-то навсегда. Навсегда мне упали ботинки. На 7 дней у меня есть платье теперь. Ну, не знаю, 7 дней как-то маловато. Вот такие у меня ботинки теперь навсегда есть. Ну, еще одна прическа на 7 дней. Но за прическу на самом деле классно, потому что, ну, подольше поношу. А так, не знаю, мне кажется, мне почти ничего и не упало. Вот такой наряд. Помпоны. Прям очень много. Не, ну все-таки жаль, что во вторую руку его нету. Выглядело бы прям очень классно. Вот такое яйцо сегодня наслышала. Не знаю, нравится оно вам или нет. Пишите в комментариях. Также делитесь, что вам упало. Мне, например, вот. Не очень повезло. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и не забывайте подписываться на канал. Также не забывайте подписаться на группу ВКонтакте. Ссылка находится в описании. Всем до следующего видео.